Здравствуйте. Многие начинающие совершают ошибки при ознакомлении с компьютером. Случайно поставили галочку, поработали с ним и по завершению рабочего дня выключили компьютер. На следующий день включают компьютер и видят вот такое неприятное окошко темного вида и не знают, что произошло. Одну из этих причин рассмотрим сейчас. Если панель управления стоит на рабочем столе, то здесь проще поступить. Открываем панель управления, ищем, где написано «Администрирование», нажимаем. Потом нажимаем на «Конфигурация системы», «Загрузка». И здесь снимаем галочку «Безопасный режим». Но не у всех выставлена панель управления на рабочем столе, особенно в 10-й версии Windows. Тогда нажимаем меню «Пуск», опускаемся вниз до вкладки «Средства администрирования Windows». Нажимаем, и здесь необходимо нажать на вкладку «Конфигурация системы». Открылось такое окно. Нажимаем «Загрузка», и здесь снимаем галочку «Безопасный режим». «Применить», «Ок». И нажимаем «Перезагрузка». После перезагрузки компьютера все стало в норме. С вами был канал «Все своими руками 36». До свидания.